Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа регион», в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Темная полоса. Станица Анапская, часть домовладения обесточили за долги. Кто виноват и что делать жителям? Чтобы мы, специалисты, могли толково объяснить и разъяснить, что людям нужно в той или иной ситуации. Услуга за услугой. Сотрудники Анапского многофункционального центра отмечают свой профессиональный праздник. Ну, уже 10 дней идем, уже и все хорошо. Через всю Кубань на байдарках. Морская экспедиция причалила к Анапским берегам. О целях и сложностях большого путешествия. Организацию отдыха, оздоровления и занятость детей обсудили сегодня в городской администрации на заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя главы города Екатерины Боровской. На сегодняшний день в анапских лагерях оздоровились 20 103 ребенка. В избежании вспышек заболеваний усилен контроль за состоянием здоровья детей. Каждого прибывшего ребенка осматривают медики. Еще один важный вопрос – безопасность на воде. По информации госинспекции по маломерным судам, из 98 проверенных пляжей к эксплуатации допущено 75. 23 пляжа проверку не прошли. Среди них и один детский – пляж санатория «Приазовец», в котором сейчас находятся дети. Екатерина Боровская поручила подключить природоохранную прокуратуру. На пляжных территориях общего пользования без нарушений. Проведена проверка мест купания пришкольных лагерей. Замечания не выявлены. Прокуратура совместно проверяли пляжи. Замечания все доведены. Существенных замечаний по купанию и по пляжной территории выявлено не было. Также Сергей Стариков опроверг информацию, которая распространяется в сети интернет о ненадлежащем состоянии пляжей и большом количестве утонувших. Якобы 14 человек только за выходные. Довожу до вашего сведения. На сегодняшний день погибло на водных объектах 8 человек, из них 4 утонуло. 4 человека – это инсульты, инфаркты, они к утоплению отношения не имеют. И 4 человека – это чистое утопление. 4 человека – это взрослые люди. Утопление. Все четверо. Купание в штормовую погоду и все четверо в нетрезвом состоянии. Я еще раз вот всегда довожу, что человек на море никогда не утонет, если он будет соблюдать меры безопасности. Впереди еще одна оздоровительная смена. Заместитель главы города Екатерина Боровская поставила задачу не снижать планку, провести последний летний месяц на высоком организационном уровне. С начала курортного сезона Анапу посетили более 1,5 миллиона человек. Это не только российские туристы, но и гости из-за рубежа. В этом сезоне Анапа встретила отдыхающих обновленными пляжами. Все они оформлены в едином стиле. Однако не только море привлекает гостей. Мы поинтересовались у туристов, чем им нравится Анапа. Нам очень нравится здесь очень гостеприимный народ. Очень хорошее кафе, кормят очень вкусно, соответственно. Море прекрасное, чистое, вода теплая, каждый день разная. То есть мы каждый день ходим, каждый день испытываем новые эмоции. Мы были в анапском дельфинарии, это просто бомбическое шоу, непередаваемое словами. Ну и вообще мы каждый день гуляем, нам нравится, что очень много парков. Мы живем в санатории, и то есть у нас вокруг санатория одни скверы, парки, везде всякие памятники, можно много пофотографироваться. Для детей много развлечений, тоже очень удобно. Ну, в общем, мы в восторге. В парке очень понравилось вечерами. Концерт Лазарева. И Егор Крид был тут. Тоже понравилось очень. Да все замечательно. Фонтаны. Фонтаны очень впечатлили. Вечером очень красиво. Фонтаны вот эти вот поющие. Ну, вот если взять в том году, вот мы, допустим, были в Ейске, в кучу городов где-то было. Она получше всего, нам больше понравилась. Она чудесный город. Приедем сюда еще снова. В основном море нам... Море запомнилось, потому что мы из Брянской области, у нас нет таких условий. Понравилось мне очень океанариум в Анапе, большой, очень много рыб разных, даже есть дельфины, акулы. Вот. Мне понравился, конечно же, пляж центральный, потому что там песчаный пляж, и для детей это интересно в песке вам кувыркаться. Море теплое, очень жарко. Море запомнилось больше всего. Красивый город, все нравится. Приезжаем не первый год, уже третий год приезжаем сюда. Фонтаны, набережная, все красиво.
Сегодня сотрудники Анапского многофункционального центра отмечают свой профессиональный праздник. С этого года депутаты Законодательного собрания края утвердили 27 июля днем сотрудников организации предоставления государственных и муниципальных услуг. О важной социальной работе Анапского МФЦ в сюжете. Первые многофункциональные центры появились в России 10 лет назад. В Анапе важный социальный объект открылся 8 июля 2010 года. Тогда в нем было всего 12 окон по оказанию государственных и муниципальных услуг. Но уже к 2014-му их количество увеличилось больше, чем в два раза. А сегодня в многофункциональном центре Анапы открыто 38 окон. Штат насчитывает 75 человек. За 8 лет работы здесь было оказано более 1 миллиона услуг. Многофункциональный центр на сегодняшний день оказывает 287 государственных, муниципальных и региональных услуг. Самыми востребованными услугами являются у нас это социальные услуги, это услуги Пенсионного фонда Российской Федерации, это услуги социальной защиты, это услуги Федеральной миграционной службы, это услуги кадастровой палаты и Росреестра. Все сотрудники – высококвалифицированные специалисты, регулярно проходят переподготовку, чтобы быть в курсе всех изменений законодательства. Но в работе с людьми важны не только профессиональные качества, считает Александра Бандурина. Она работает в МФЦ уже 3 года. По ее словам, здесь без индивидуального подхода к каждому посетителю не обойтись. Самые основные качества в нашей работе – это быть доброжелательным, быть стрессоустойчивым. Быть стрессоустойчивым, потому что люди разные абсолютно. И здесь еще главное, чтобы была поставлена речь, чтобы мы, специалисты, могли толково объяснить и разъяснить, что людям нужно в той или иной ситуации. Куда им идти с этими документами, кому их отдать и какие дальнейшие действия. Чтобы человек понял, чтобы не 30-40 минут ему объяснять, а 2-3 минуты объяснить и работать дальше спокойно. Без нервов, чтобы человек ушел довольный. Краевое руководство высоко оценивает работу Анапского МФЦ. Сегодня в Новороссийске на совещании руководителю центра Алексею Гиричу вручили благодарственное письмо. Но праздник не повод расслабляться. Летом здесь по-настоящему горячая пора. Количество обращений превышает 2000 в день. И, как говорят специалисты, лучшая награда для них – это довольный посетитель, получивший качественную и своевременную помощь. Руслан Душевский, Анапа регион. 5 дней более 100 человек в станице Анапской остаются без электричества. Без него не работают насосы в скважинах и газовое оборудование. Новые кварталы сформировались на месте садово-огородного товарищества. В качестве наследства осталась частная электрическая сеть. Как поясняют энергетики, за частной сетью долги в сотни тысяч рублей. Новый владелец подстанции считает, что во всем виноваты несколько неплательщиков. Он занимается реструктуризацией долга. Тем временем энергетики считают, что нужно наводить порядок с учетом. А где вода вот у вас? Откуда берете воду? Юрий Григорьевич осваивается с новеньким генератором. Его хватает на свет, работу холодильника. Чтобы качать воду из скважины, уже нет. И уж тем более на работу кондиционеров. Те, у кого нет альтернативного источника электричества, вынуждены выбрасывать продукты и зажигать свечи. По словам местных жителей, похожая картина более чем в 40 домах на нескольких улицах. Крюкова, Веселовского, Корчевского, Боброва. Андрей Шалаев купил здесь землю и построил дом около 4 лет назад. Когда-то здесь было садово-огородное товарищество. Назначение земли изменили, и со временем сформировались сельские жилые кварталы. В 2014 году эту трансформаторную подстанцию взял, можно сказать, на баланс от бывшего председателя один из жителей, Сергей Приходько. В распоряжении электросетевой компании есть копия договора дарения. Как говорит он сам, потому что начал строительство и нужна была электроэнергия. Потом приехали соседи, и он также по-соседски продолжил собирать деньги и платить поставщикам. Весной текущего года энергетики провели сверку и выявили долг более чем на 600 тысяч рублей. А в этот понедельник свет выключили на день, а уже во вторник подстанцию обесточили. Нас никто не предупредил, что его отключат. Он не сказал. Кубанэнерго не пошло, там объявление не развешало, что задолженность имеется. Мы бы когда раньше начали этот вопрос поднимать, но нас же никто не предупредил, нас просто перед фактом поставили. Раз, отключили на день, потом на ночь включили, а утром приехали и
полностью все отрубили. На момент проведения съемки Сергей Приходько находился в Новороссийске. Он договаривался с энергетиками о реструктуризации долга. По его словам, все дело в нескольких неплательщиках. Один человек, вот, допустим, он 6 лет не платит, у него счетчик не работает. Мы стали с ним по-человечески поговорить, там, чтобы отключали его. Писали на меня, они, значит, жалобы о том, что я отключаю электроэнергию. Это угроза жизни ребенка. Там бабушка была старенькая, меня вызывали, значит, и полицию. Потом, когда мы приезжали туда с представителями энергосетей, с полицейским представителем приехали туда. То есть там ведут неадекватно. Нас вот приезжали, мы первый раз приехали. Не первый раз, а вот уже не первый раз приезжали с представителем энергосетей. Она пыталась на нас травить собаками. Звонили полицейскому. Полицейский говорит, у вас же собака не покусала. В анапском участке компании «Кубанэнергосбыт» уверены, что ситуация почти такая же, что до определенного времени складывалось в ряде садово-огородных товариществ. Главная проблема – отсутствие должного учета потребления внутри частной сети. Соседский принцип сегодня малоэффективен. Я думаю, что все-таки нужно этим жильцам этих кварталов избрать какого-то серьезного председателя, который будет плотно заниматься этим вопросом, чтобы у него был помощник бухгалтера, чтобы ежемесячно снимать у этих 40 домов показания, вести расчеты, чтобы в полном объеме производились ежемесячно оплаты. Тогда не будет этой беды. А если так, это спустя рукава все будет происходить, конечно, там порядка никогда не будет. Он как снежный ком будет накапливаться. Тем временем Сергей Приходько сдал все необходимые документы в новороссийский филиал «Кубанэнергосбыта», представил план реструктуризации. Решение по данному вопросу должно быть принято в начале следующей недели. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. Почти 700 километров из Сочи в Ялту по морю на байдарках. В Анапу прибыла экспедиция, которая проходит под эгидой Димитровского филиала Русского географического общества. В ее составе как бывалые путешественники, так и те, кто впервые вышел в море. Участники проходят испытания штормом и изнуряющей жарой, однако в качестве награды всегда новые впечатления и теплые встречи на берегу. За спиной более 300 километров по воде. Экспедиция стартовала в Адлере 12 дней назад. Бывало, что за день участники не преодолевали и 7 километров, а бывало, что и все 47. Все зависело от погоды. Изначально байдарка не предназначена для морских путешествий, а иногда выходили в шторм. У нас все ребята отчаянные. Балла 3 или 4 было. Море, волны. Захлестывало, мы выгребали все время. Марина Фролова из Москвы, Алексей Лебедь из Владимира. В одной связке уже 3 года. Анапа – конечная точка их маршрута. Здесь же присоединятся новые участники. На этот момент в команде 14 человек. У каждой байдарки имя собственное. Возглавляет поход Николай Шестерин. На его золотой рыбке 20 пар наклеек, включая нынешнюю. Боялся, что большая команда и возникнут такие проблемы чисто психологического свойства. Потому что когда большая команда, там самое лучшее, ну, самое и по психологии, и по всему управляемости 8 человек. 8-10. Ну ничего, вот ни одного ссоры никакой там не было, все нормально. Причем время от времени нам, ну вот сегодня ночью, вечером вчера у меня шторм был хороший. Мы, правда, стояли уже на берегу, палатки вырывало, держали палатки. Но зато утром проснулись, тише. Поход проходит под эгидой отделения Русского географического общества в Димитровграде. Это родной город Оксаны Сидоренко. Она ученый. Работа в основном сидячая. Пришло время отпуска. Решила, что лежание на пляже – плохая альтернатива. Захотелось впечатлений. В таком походе она впервые. Конечно, я потрясена, я удивлена, я поражена всем, что я вижу и делаю. Все это необычно, и никогда так и не занималась. Тяжеловато было, немножко втянулось. Скорее тяжело моему капитану, потому что он за двоих иногда работает. Но уже 10 дней идем, уже и все хорошо. На Большом Утрише команда побывала в местном дельфинарии. С его руководством договорилась администрация муниципалитета. Впереди ночевка в районе Кизылташского лимана. Впервые за 2 недели участники переночуют на песке, а не на камнях. У берега были достаточно не очень комфортные для того, чтобы палатку ставить. Ну,
Привыкли. Мы к этому привыкли, да. Мы вот на таких камушках спокойно, собственно, стелим коврики и спим. Одна из ночевок запланирована на острове Тузла в районе Крымского моста. Пройти вдоль него – одна из целей. По берегу экспедицию сопровождает автомобиль Русского географического общества. Кроме того, участники на постоянной связи с пограничниками. Финиш запланирован в Ялте. Общая протяженность маршрута составит порядка 700 километров. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. В городе-курорте выберут самый уютный дворик. Уже на следующей неделе специальная комиссия приступит к осмотру дворовых территорий, участвующих в муниципальном конкурсе. Оценивается общее благоустройство и ухоженность территории, оригинальность оформления зон отдыха, а также разнообразие цветов в палисадниках. Этот участок на улице Шевченко буквально утопает в цветах. Туи, десятки сортов роз, плодовые деревья и даже прихотливый можжевельник. Светлану Михееву соседи называют цветочной королевой. В 97-м году она приобрела этот дом вместе с мужем. Как вспоминает пенсионерка, участок находился в ужасном запустении. Яблоня и черешня – все, что проглядывалось сквозь заросли травы. За 20 лет Светлане Ивановне удалось превратить двор в цветущий сад. Пригодились курсы флористики, которые она закончила в Красноярске. По словам Анапчанки, любовь к цветам у нее с детства. Мы росли в своем доме под Красноярском. У мамы всегда был огород, она садила цветы. Тоже в палисадниках раньше садили. Ну и мы также как-то привыкли, на своей даче цветы садили. Но вот здесь на юге приехала, ну как вот роза не... Началась роз, потом все постепенно так и пошло расти. Садишь, садишь, постепенно одно убираешь, второе подсаживаешь, что увидишь новое садишь, что-то примется, что-то пропадет. Сейчас у бабушки с дедушкой гостят внуки. Для детей оформлена отдельная игровая зона с качелей и песочницей. Этим летом Светлана Ивановна планирует высадить несколько плодовых деревьев, чтобы сделать свой дворик еще более уютным. По словам руководителя территориального общественного самоуправления, у хозяйки участка есть все шансы на победу в муниципальном конкурсе. Видя те фотографии и те альбомы, которые в прошлые года, я думаю, что мы претендент, моя хозяйка претендент на первое место. Потому что такая краса, и вокруг у нее, и на улице даже вот у нее, чувствуется, что этот человек полностью отдает себя красоте и живет в этом ритме с красотой. Конкурс «Уютный дворик» ежегодно проводится в Анапе. Он разделен на два этапа. С апреля представители ТОС выбирают самые ухоженные участки своего района, а с 1 августа конкурсантов оценивают специалисты администрации. Итоги будут подведены в конце лета. Три победителя получат денежное вознаграждение на благоустройство. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион. «Нон-стоп» продолжает свое путешествие по Анапе. Молодежный центр «21 век» проводит веселые конкурсы и эстафеты для детей. Для тех, кто приехал в Анапу из других городов, такая форма досуга в новинку. Два десятка мальчишек и девчонок из близлежащих дворов поделились на две команды. Самое главное в этой эстафете – участие. Хотя и без спортивного азарта тоже никуда. Любовь Мишина приехала в гости к маме из Калининграда. Болеет за двух сыновей, которые участвуют в эстафете. В их городе такого нет. Во дворах не проводят вот так праздников. Мы первый раз попали. Как? Нравится. Просто прыгать. Дети увлекаются. Я считаю, полезно. Дети организованно играются, какие-то такие игры, которые потом они внесут во дворы. Интерактивные дворовые площадки продолжатся и дальше. Они охватят весь город и сельские округа. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь», предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным.